относились так же, как к мужчинам? Да! Мы за равноправие? Да! Да! Не надо нам поблажек и снисхождения! Женщина сила! Да! Добрый день, лейтенант Петров. У вас митинг согласован? Нет. Нет? Тогда пройдемте в отделение. В смысле в отделение? В прямом. Вы нарушаете закон. Пройдемте. Ну, товарищ полицейский, ну мы же девочки, ну вы же не заберете девочек в отделение. Мы не знали, что митинг надо согласовывать. Да, точно, она права. Незнание законов не освобождает от ответственности, ясно? Ну, мы же не мужики, чтобы все законы знать. Да! Ну, простите. Пожалуйста. Так, ладно, хорошо, ладно. Но в следующий раз все обязательно согласуйте. Конечно. Хорошего вечера. Спасибо. Фух, пронесло. Да. Продолжаем. Мы требуем, чтобы к нам относились так же, как к мужчинам! Да!